Алик нас сегодня здорово выручил. Были провалы, но он сыграл надежно. Ты сегодня автор дубля. Доволен своей игрой сегодня? Ну да, безусловно. Но это большая заслуга напарников, которые выводили на бросок. И мне осталось только реализовать моменты. Ну, а наши игры, что я скажу вам, буду краток. Мы сегодня не играли хорошо. Матч для нас не сложился хорошо сразу, мы получали голы. Я думаю, это было влияние на весь матч. Наша команда с большим уважением отнеслась к сегодняшнему сопернику. Мы просмотрели ряд последних матчей команды из Караганды. Поняли, разобрали все сильные стороны в их игре. Это в первую очередь очень хорошая позиционная атака у соперника. Постарались найти против этой игры противоядие. Отчасти удалось, отчасти нет. Ну и, конечно же, хорошо то, что удачно, как сказал мой коллега, мы забили.